Всем привет! Сегодня у нас наконец-то долгожданные потолочки приехали. Вадим вот разгружается. Вон сколько всего нанес. Вот эти ящики огромные. Оборудование, теплопушка. Вот. Ну тут, наверное, потолки лежат. Сейчас будет процесс монтажа. Мы будем... Ну, я, наверное, не буду снимать, ходить. У меня работа сегодня. Но я поставлю камеру таймлапсом. И, соответственно, будем снимать ролики в таком ускоренном виде, чтобы можно было посмотреть процесс. Так. Все затаскивается наверх. Ух, нормальный такой чемоданчик. Чемоданчик с золотом. Это даже не чемоданчик, это уже сундук. Если без золота. Так это же есть золото. Деньги, которые зарабатываются, это золото. Так что чемоданчики окупились. О, здесь до сих пор пахнет еще этой. Силиконовой этой смазкой. Дядь Миша не доложил здесь. Конечно, вчера надо было им доложить. А он сказал, там до двери не доложит, а здесь наборку делать. Все, уголочки, короче, сделали нам здесь. Все полностью. Нормально. Здесь еще вот эти засиликонить надо будет швы. Вот. Шкафчик тоже сделали. Полностью все перегородочки. Вот. Туда закидываться будет. Здесь стеночка. Стеллажики как-нибудь потом придумаем закрывать. Ну, либо сделаем раздвижную конструкцию. Вот. Сейчас будем делать потолок. Вот это вот основной закроется. И уже будет по-другому смотреться. Здесь сейчас будут профиля крепиться. Вот эти вот. Да. В которые будет заправляться материал потолка. Полотно. Значит, вот так все по кругу сделаем. Вот так вот по контуру. Там вверху все сделали для этого. То есть, чтобы профиль можно было прикрепить нормально. Здесь будет блок трансформатора. И, соответственно, не знаю, пока что думаем. Как-то надо выводить будет выключатель. Выключатель на свет. Вот. Либо сюда, либо как-то так. Хочу вообще, по идее, в стене опустить. Получится, не получится, не знаю. Вот. Может быть, за дверью. Пока не знаю. Как думаешь, Вадим? Куда выключатель? Сюда, как мы хотели, или вот сюда вот? Туда будет неудобно. Открыл дверь, закрыл дверь. А только включил. Я его сильно не буду так часто включать. Фактически он как бы особо не нужен будет. Просто, ну, чтобы свет включать нужен, понятное дело, но... Просто я думаю, что если сюда его повесим, то если я надумаю сделать раздвижную конструкцию двери, то он будет мешаться открываться двери. Ну, если раздвижная, то да. Да. Вот я и думал. Обычно открываю, это будет удобно. Вообще дверь открывается сюда. Угу. Может его на той стене повесить? Можно. Это, знаете, как вот есть нестандартное решение. Раз и включил. Заходишь, включил свет и все. Единственное, что дети не включат. Ну и хорошо. Всякое же бывает. Тут просто тогда дырку просверлить. Раз, хоп, свет включил в комнате. Кто повыше, прям голову. Да, единственное, что здесь отделка какая-то будет. Не знаю, что будет делаться. Вот. Да, ну тоже этим обшиваться будет. Ну типа да, такого материала. Только я еще пока думаю. Либо кирпичик будет. Потому что это стилистика униза будет сделана. И здесь вот эта этажность будет. Ну, вверху оригинально. Ну да. Вот я думал. Ну, можно провод вывести потом, когда обошьется. Да. Выключатель прикрутить. Да. Можно же сделать клавишу и тут, там сейчас на полочке просто ее положить. Можно и так. Да. А когда я сейчас уже соображу лучше, и тогда сделаю. Может быть, здесь сделаю, просверлю насквозь. Может быть, здесь сделаю с этой стороны. Mm-hmm. То есть там заходишь, так раз включил, нашел. Ну да, и уходя выключил. Тоже отлично. Как вариант. Дверь будет прозрачная? Дверь будет, нет, не прозрачная будет. Из этого, из... Ну, решил глухую сделать такую. Ну,
Вот. Ну да. Теперь еще что-нибудь упростить. Я не взял, поехал. Ну да, только надо вот так сделать на кадре. Раз, и тут оп, потолки. У нас этот пацанов популярно, когда они потолок вот так вот пинают, и потом бум, он как будто сразу готовый. А, есть, такие плагины сейчас, такая какая-то программка. Кстати, потолок как раз и не взял, думаю, что я забыл. Вот здесь вот прикрепится, да? Не знаю, сейчас в районе включу. Просто я что-то не понял, они как-то поставили здесь, получается, от пола... И совсем низко опилили. Или с кусочка собрали, что ли. Ну да, сейчас главное по уровню стрельнуть, да? Это что у нас? Это у нас штатив под потолок. Как классная штука. Уровень стоял, и деньги были. Ну да. Это где такое купить, если что? Технотерра, самая ближайшая. Тут есть? Да. Ну, что? Прикольно. Такие темы строительные. Да, раньше ездили с гидроуровня. Занимал чуть-чуть места. Это типа обычный? Или что это за гидроуровень? Это шланг, в котором вода. А как его под потолок поднять? Ниже метки делается, потом рулетка отмечается. Сейчас жизнь упростилась точно. Упростилась, добавилась инструмента раза в два. Ну, понятное дело, да. Приходится таскать все. Так, дождя не будет, поэтому можем открыть. На проветривание или мешать будет, да? Там пока лучше открыть. Там жарко сейчас. О. Мне просто самому тоже интересно уровень. Прям по уровню все. О, даже там по уровню. И шкаф по уровню получился. Ништяк. Дядь Миша четенько делает. Так, ребятки, Вадим сейчас вешает профиля, и, соответственно, их надо по контуру сделать ровненько все. Я весь процесс заснимать не буду, чтобы не удлинять видеоролик, и мы тут приятно беседуем, поэтому, чтобы вы не слышали, о чем мы говорим, все наши секреты, я поставлю вам режим таймлапса, и смотрите дальше на видео, как будет делаться монтаж потолка, и, соответственно, задавайте вопросы в комментариях, если что. Оставлю номер Вадима, кстати, можете ему позадавать, он специалист в этом деле, вот, и он ответит.
что у нас получается. Вот такие профиля, значит, здесь. Все по контуру сделали уже. Вадим делает качественно, хорошо. Вот в этих местах, где стыки, металлизированная пленочка, чтобы не было видно ничего. Вот. Все, короче, по контуру сделали. Сейчас Вадим поехал за полотном. Чуть позже приедет и будет натягивать уже. Вот, камера перегревается, правда, и сейчас пришлось ее охлаждать. Тут жарища такая стоит наверху, конечно. Очень жарко. Ладно, сейчас приедет, буду включу дальше. Потому что тут температура такая была, что просто как в хамам заходили, короче, и жесть. Все вспотели, мокрые. Сейчас вот осталось светильнички, повесить свет, потом подключим, проверим, как работает. Ну все, ребятки, работа закончена. Потолочки висят. Как нет? Все резинка вовремя. А, ну резиночки еще поставят сейчас. Вот. Это вот эти дырочки закрыть, да? Да. Сейчас резиночки еще. Думаю, проверили, свет работает, светится нормально все. Потом электрику еще проведу, подключу все и все. Значит, так будет. Вот. Спасибо Вадиму. Мы с ним сегодня хорошо пообщались. И приятная была беседа.
И работа качественная сделана под моим контролем. Все, всем пока-пока.